Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с очередным посланием народу Казахстана. Он отметил, что сейчас перед правительством стоят высокие цели, и сегодняшнее его обращение имеет особое значение, подчеркнув, что оно не ограничивается одним годом, а является масштабным и содержательным. «Вместе с вами мы приступили к построению нового Казахстана», – заявил президент. Он также заверил, что все виновные в трагических январских событиях понесут должное наказание. Во время событий трагического января и последующего режима чрезвычайного положения за различные правонарушения были задержаны около 2000 человек. Тогда мною было дано указание Генеральной прокуратуре установить степень их вины и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчить наказание задержанным лицам. В результате многие граждане были освобождены. При этом лица, совершившие серьезные преступления, в полной мере ответят перед законом. Поступить по-другому, пойти навстречу крикунам, провокаторам, популистам, значит предать память невинно погибших.